Крупное ДТП на Пришахтинском мосту. Сегодня днем здесь столкнулись легковой автомобиль и грузовая машина. По предварительным данным, 2 человека погибли, еще 3 в тяжелом состоянии. Авария случилась на Пришахтинском мосту. Свидетели рассказывают, якобы автомобиль «Лада Приора» выехал на встречную полосу. Водитель КамАЗа, пытаясь избежать столкновения, вылетел в кювет. На кадрах видно, что грузовик слетел с моста. В итоге мужчина, находящийся за рулем КамАЗа, и водитель «Приоры» скончались на месте. Еще 3 получили тяжелые травмы. ДТП спровоцировало 2-километровую пробку. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники дорожной полиции.